являюсь генеральным директором компании Zecurion, и я планирую сегодня рассказать вам о нашей новой версии. Ну, то есть как о новой версии? Я хочу рассказать о новых фичах вообще в DLP рынке и в DLP-системах, но на примере нашей новой версии, потому что мы недавно выпустили новую версию нашей системы, 11-ю, и, в принципе, там достаточно много интересных реализованных вещей, в том числе и те, про которые вот до меня дамы говорили в разделе «Тренды». Вот. И, ну, на мой взгляд, это довольно интересно. Мы, к сожалению, не такая известная компания, как Solar, поэтому я немножко расскажу пару слов о нас. Мы, на самом деле, уже 20 лет присутствуем на рынке информационной безопасности, и из них 15 лет на рынке DLP. Мы начали в 2005 году, первый наш продукт был для контроля USB-портов, Z-Lock он назывался, вот. Ну и постепенно на основе него как бы нарос функционал, контроль и веб-трафика, и Discovery, и другие модули, про которые я тоже сегодня расскажу. Но у нас это как бы не такой вот непонятный хаотичный легаси, как бы легаси-система. Мы в 2014 году полностью ее переписали с использованием новых технологий, с использованием единой архитектурной концепции, то есть теперь это такая вот единая система, и с глубоко интегрированные компоненты друг с другом, которые, тем не менее, могут работать отдельно. И, конечно, за счет этого есть много как бы плюсов у такого вот подхода. У нас много клиентов в России, за рубежом более 10 тысяч компаний, партнер, также широкая партнерская сеть. Я хотел еще при этом подчеркнуть то, что мы работаем не только на российском рынке, мы достаточно активно сейчас продвигаемся на иностранных рынках. Ну, США и Западная Европа для нас, конечно, не самый приоритет, понятно почему, но Латинская Америка, Африка, Ближний Восток, Азия, там, в принципе, наши решения принимают достаточно, то есть, ну, они как бы нас ждут там гораздо сильнее, чем на других рынках. И при этом я хочу подчеркнуть, что там нету, конечно, никаких импортозамещений, никаких административных ресурсов, то есть там приходится конкурировать с западными вендорами, вот что называется, по гамбургскому счету, то есть у кого лучше продукт, у кого лучший сервис, у кого более выгодное ценовое предложение. То есть в этом плане, ну, я считаю, что для нашей компании это такой достаточно позитивный фактор, большой плюс, потому что вот мы как бы закаленные в борьбе вот с глобальными вендорами в этой области. Нас знают прекрасно как бы все ведущие аналитические агентства, Gartner, Forrester, IDC, более мелкие. Плюс у нас есть масса наград у наших продуктов, в том числе за рубежом. Ну и в плане, как бы при всем при этом, мы абсолютно российская компания. В плане импортозамещения мы находимся в реестре, у нас есть все сертификаты, мы поддерживаем все российские Linux'ы и Postgres, естественно. Postgres — это неправильное название с точки зрения импортозамещения, Леш, да? Сейчас это называется Jatobo, да? Как бы, да, разные бренды. Linux тоже неправильно. Правильное название — это Astra Linux, Redos, Ghost Linux и так далее. Но мы все понимаем, о чем идет речь. Вот я пару слов еще позволю сказать про премии. Разные всякие. SC Magazine нам дал в прошлом году 5 звезд, 5.0 статус из 5 возможных, и статус рекомендовано. Enterprise Security Magazine нас включил в топ-10 решений по защите от мошенничества и утечек. И совсем недавно мы получили премию, а ее даже здесь нету, есть, но логотипчик неправильный, Cyber Security Excellence Awards. Ну, это так, небольшое отступление, небольшая ярмарка тщеславия. Пару слов позвольте до того, как я начну представлять новые фичи нашей системы, позвольте пару слов сначала о том, что у нас есть сейчас.
Ну, у нас классическая DLP-система, причем, ну, классическая в российском понимании, да, мы все знаем, что российские DLP-системы и западные DLP-системы, они отличаются. И на самом деле именно поэтому на российском рынке западных вендоров, западные вендоры DLP представлены очень бедненько. Не потому, что как бы импортозамещение так замечательно работает и все такое, а просто потому, что у наших заказчиков есть специфические требования, которые западные вендоры не выполняют. Ну, в силу там разных причин, неважно почему. Вот. Значит, что касается нашей системы. Ну, наша система позволяет контролировать все возможные каналы утечки, как, в общем-то, и все остальные. При этом у нас модули отдельные для контроля веб-трафика и устройств, и Discovery. Они все глубоко интегрированы друг с другом, в чем есть большой плюс. Потому что у нас, например, единая консоль для управления всеми этими модулями. У нас омниканальные политики, то есть это значит, что вы создаете правило какое-то один раз, и можете это правило применять и к флешкам, и к веб-трафику, или к электронной почте. Не надо создавать одинаковые политики несколько раз для разных каналов. Ну, про единый архив, я думаю, сейчас даже говорить уже неудобно, как бы он у всех есть, и это понятно. У нас 10 технологий контентного анализа. Это значит, что вы можете создавать любые правила, любые... как бы определять любые классы документов, категории документов. В том числе мы используем активно для вот этой цели машинное обучение и технологии искусственного интеллекта. У нас есть две технологии машинного обучения. Это метод Байеса и метод опорных векторов. И есть как бы тоже мы применяем методы искусственного интеллекта для, в основном для определения графических каких-то артефактов. То есть, например, можно с помощью вот этих методов определять то, что какой-то графический файл, например, содержит определенную структуру, например, подпись генерального директора или печать вашей организации. И также с помощью этой технологии можно определять файлы какого-то, какого-то формата. Ну, я имею в виду какой-то структуры, например, сканы паспортов или водительских удостоверений, то есть, ну, сканы каких-то таких вот документов. У нас наше решение, наверное, самое гибкое на рынке в плане внедрения. У нас 13 вариантов внедрения. У нас есть агент для endpoint, есть различные шлюзовые варианты. То есть, в принципе, это означает, что вам, скорее всего, не придется каких-то серьезных изменений вносить в инфраструктуру вашу, и ну, внедрение, скорее всего, пройдет достаточно легко и безболезненно. Что касается новых, как бы, нововведений в новой версии DLP, новой версии DLP 11. Прежде всего, мы существенно обновили интерфейс, то есть мы сделали новую карточку сотрудника, вот то самое досье, про которое говорили в предыдущем докладе. А теперь в этом досье есть как бы вся информация про сотрудника от всех модулей и возможность быстрого сравнения сотрудников друг с другом. Кроме этого, мы представили в новой версии новую концепцию, рисковая модель, то есть для каждого пользователя теперь вычисляется его индекс, риск-индекс. То есть это некий показатель на основе сработавших политик, на основе инцидентов, на основе его поведения вычисляется уровень риска, связанный с этим пользователем. То есть вы можете быстро оценить, кто у вас из ваших сотрудников наиболее представляет наибольшую опасность и кому нужно уделить наибольшее внимание со стороны службы информационной безопасности. Кроме этого, у нас появилось несколько новых модулей. Первый модуль – это модуль расследования инцидентов. То есть это некая автоматизация документа оборота внутреннего при расследовании инцидентов. По сути, это такой таск-трекер, в котором вы можете создать новое
расследования и туда прицеплять файлы, инциденты, писать комментарии, ставить задачи своим как бы подчиненным, получать от них, контролировать их исполнение, какие-то комментарии там писать, на них отвечать. То есть это такая вот Jira, как бы, но внутри DLP-системы. При этом она сделана в виде конструктора, и вы можете, собственно, настраивать поля вот этих вот расследований, настраивать workflow, то есть так, как вам удобно. Второй новый модуль – это контроль, это защита от фотографирования экрана. У нас, в принципе, две технологии для этого используются. Первый – это на основе искусственного интеллекта. С помощью нейросети мы анализируем изображение с веб-камеры. И если мы видим, что перед экраном кто-то поместил смартфон, мы его умеем определять, можем как бы таким образом создать инцидент и заблокировать экран. У нас, кстати, вот на стенде есть демка этого модуля, можно подойти и прямо посмотреть. А вторая технология – это защита водяными знаками. То есть вы можете настроить вывод водяного знака, серенького такого по диагонали текста, в котором будет имя пользователя, имя компьютера, дата текущая. И если пользователь сфотографирует такой документ, вы потом по этой фотографии, если она к вам попадет, можете, собственно, этого пользователя потом очень легко вычислить. Ну, как бы понятно, что вряд ли к вам это попадет, но пользователь, скорее всего, сам побоится фотографировать экран, если он будет видеть, что на этой фотографии прям написано, что это он ее сфотографировал. Третий модуль, который я хотел рассказать, это модуль контроля рабочего времени, Staff Control. Это наш собственный модуль. Раньше у нас этот модуль, в принципе, был, но он был у нас лицензирован от другого поставщика. Сейчас мы сделали собственный модуль. Ну, здесь, в общем-то, классический учет рабочего времени. Тут, наверное, особо обсуждать нечего, кроме того, что это особенно актуально в нашу пандемийную и постпандемийную эпоху, когда до сих пор много народу на удаленке. Вот утром мы обсуждали, что какого-то сотрудника лишили ползарплаты за то, что он на 2 часа раньше выключил компьютер. Вот, собственно, этот модуль, он как бы предназначен для решения таких задач. Ну и, естественно, там можно будет оценивать использование различных приложений, сайтов, время продуктивное, непродуктивное, там интегральные показатели считаются. То есть, в принципе, у вас есть картина. Понятно, что для как бы сотрудников, что называется, высокоинтеллектуального труда, контролировать его работу за компьютером как бы не очень актуально. Там другие должны быть KPI, другие показатели. Но, в принципе, опять-таки, для общей картины, для какого-то такого вот, не знаю, ранжирования пользователей, профилирования пользователей, это, в общем-то, вполне полезная вещь, многие ее и применяют. Еще хочется сказать про диаграмму связей. Мы тоже ее переработали, она у нас была в предыдущей версии, но в этой версии мы ее серьезно переработали, улучшили. Сейчас там появилось большое количество фильтров и возможность отображения до 1000 пользователей. Диаграмма динамическая, то есть можно ее кликать, разворачивать. Тоже очень удобно, если нужно определить какие-то скрытые взаимосвязи, скрытые отношения внутри вашего коллектива. Ну, еще много есть там улучшений, изменений, но, наверное, я не буду на них сейчас останавливаться. Вот. Ну, немножко картинок я вам хотел показать теперь. Вот так выглядит обновленный список сотрудников. То есть вы видите здесь как бы список сотрудников, и в колонках параметры, связанные с ними, это индекс продуктивности, индекс риска, индекс поведенческого анализа, количество сработавших политик с разбивкой по инцидентам, по серьезности этих инцидентов. Эмоциональное состояние, которое мы тоже умеем оценивать и отслеживать. Естественно, список этот весь настраивается, то есть можно сортировать по любому столбцу, можно настраивать столбцы, то есть достаточно удобный интерфейс.
Вот так выглядит карточка сотрудника. Если на нее кликнуть, то есть если кликнуть на сотрудника, вы проваливаетесь в такую карточку. И здесь вот в данном конкретном, на данной конкретной вкладке отображается, собственно, информация из модуля Staff Control, то есть его активность в рабочее время, то есть чем он занимался. Ну, здесь, как бы, вот видите, вот внизу приложение категории, сайты категории, дисциплина, это во сколько пришел, во сколько ушел, опоздал, сколько работал, сколько не работал. В графическом виде отображается все. И вот я хотел обратить внимание, вот если видите, вот там в правом верхнем углу такие три иконки, эти иконки, с помощью этих иконок вы можете непосредственно вживую подключиться к компьютеру данного конкретного пользователя и посмотреть, подключиться к его веб-камере и к его рабочему столу. Это, ну, тоже бывает иногда очень полезно. А дальше вот я бы хотел рассказать про обновленную систему поведенческого анализа, про обогащение данных. То есть, ну, понятно, что DLP-система накапливает очень большое количество данных, и грех как бы этим не воспользоваться. То есть можно применить какие-то технологии обработки больших данных и много полезной информации получить из этого. В принципе, ну, наверное, если мы говорим про тренды, тенденции, то, наверное, все это придет к, рано или поздно к тому, что мы будем говорить, что вот этот человек с вероятностью 90% завтра совершит какое-то вот действие, которое наносит ущерб компании. Но сейчас пока этого нету, и, может быть, и слава богу, но тем не менее технологии больших данных наступают неотвратимо. И вот у нас в том числе на основе этих технологий мы сделали поведенческий анализ, анализ рисков и профили поведения пользователей. Вот здесь вы на этой картинке видите рисковую модель, то есть вот здесь на строчку идут цифры такие большие, это различные показатели рисков, и на графиках видно, как эти риски меняются с каждым днем. Расскажу пару слов еще про профили. Вы можете на основе поведения какого-то пользователя или группы создать профиль. То есть, например, профиль «сотрудник на удаленке», или там «сотрудник ищет новую работу», или, например, «сотрудник в отпуске». И система вам автоматически оценивает вот этого сотрудника, его поведение и насколько он соответствует тому или иному профилю. И еще такая полезная функция – сравнение сотрудников по поведению. Вы, наверное, все пользовались Яндекс.Маркетом, сравнивали там различные там продукты, товары, телевизоры там с холодильниками и так далее. Вот у нас можно в системе так сравнивать пользователей по поведению. Например, и также можно, что очень удобно, сравнивать пользователя с группой или две группы, например. Отдел, например, бухгалтерии с отделом, не знаю, закупок. Модуль задач, про который я уже, в принципе, рассказал. Ну, давайте ограничимся здесь картинками. В принципе, вот так вот выглядит список расследований. То есть вы можете создать новое расследование, назначить ответственного, поставить ему задачи, и этот ответственный будет вам какую-то информацию добывать, что-то новое как бы узнавать, прикреплять в это расследование, вы будете это контролировать. То есть такая вот удобная система. Вот, это картинка диаграммы связей. Ну, собственно, я про нее уже рассказал. Отчет-беседа. Ну, это, в принципе, новый формат отчета. В него интегрированы все каналы, которые, то есть все мессенджеры, которые мы собираем. Мы умеем собирать как бы все мессенджеры, перехватывать. Это WhatsApp, Telegram, Microsoft Teams, кстати, вот про который тоже шла речь, Skype, Viber. То есть это все как бы собирается. И вот можно это вывести в таком отчете, в интегральном, где все мессенджеры будут в виде такого чатика собраны, и два пользователя, вот вы увидите. Например, если какой-нибудь хитрый пользователь пошлет в WhatsApp сообщение «пришли мне в Skype там какой-нибудь файл», и тот ему пришлет в Skype, вы вот увидите это все в одном окошке. Это вот, собственно, так выглядят водяные знаки экранные. То есть видите, сереньким таким вот по диагонали текстом
ну, здесь просто примерный текст в качестве примера, а так там отображается имя пользователя, дата и имя компьютера. Вот. Но про став контрол, да, я уже тоже рассказал. В принципе, там его прелесть в том, что он просто считает рабочее время, приходы на работу, уходы, активное время за компьютером, продуктивное время за компьютером. И можно как бы тоже это все, во-первых, в карточке сотрудника это видно, а во-вторых, можно делать отчеты, типа таймшиты, табели, вот все, что, ну, HR в основном, как бы, вот это так выглядит, это не очень, конечно, веселая такая картинка, но как бы учет рабочего времени — это вообще не веселая история. Ну и в конце, в заключении, я хотел бы рассказать про модуль определения того, что кто-то фотографирует экран. У нас для этого используются две нейросети, они анализируют изображение с веб-камеры, и если кто-то вот расположил смартфон перед экраном, перед веб-камерой, в поле зрения веб-камеры, то у нас как бы срабатывает, то есть можно настроить срабатывание политики, при этом создается скриншот, делается фотка с веб-камеры и создается инцидент. После этого можно либо заблокировать экран, либо заблокировать пользователя. И вот сейчас должно быть видео, как все это работает. Вот вы видите экран, пользователь наводит этот самый смартфон, блокируется все и создается инцидент с его фотографией и со скриншотом, что было на экране. У меня все, спасибо за внимание. Алексей, спасибо. Может, позволю себе коротенький вопрос. Мне вот про став контрол такая наиболее интересная для бизнеса задача. Поддерживает ли этот, ну, отчуждаемый этот модуль вообще, можно ли его приобрести отдельно, и есть ли там разграничение, ну, ролевая модель? Я объясню почему, потому что обычно контроль рабочего времени для безопасника — это как обогащение данных при расследовании, ну, что сотрудник, например, делал в момент там какого-то инцидента. Вот. Но, наверное, трудовая дисциплина лежит на, ну, задача поддержания трудовой дисциплины лежит на линейных руководителях, ну, отчасти на HR. А в крупных компаниях, ну, например, Ростелекоме, да, там линейных руководителей может быть там сотни. Вот, собственно говоря, хотелось понять, как... Да, спасибо за вопрос. На самом деле, действительно, вопрос актуальный. У нас действительно поддерживается ролевая модель. У нас, ну, настоящая enterprise-система, то есть она, во-первых, ну, может работать там на нескольких десятках, там, до 100 тысяч компьютеров мы проверяли. А во-вторых, там может быть много офицеров безопасности. То есть вы можете любого пользователя в системе создать, настроить ему гибко права. Например, допустим, у нас Иван Петров имеет, он начальник отдела, допустим, закупок, он имеет доступ только к данным про отдел закупок. То есть там прямо на уровне можно SQL запросов настраивать права для доступа к архиву. Ну и сам модуль, он, в принципе, отчуждаем. У нас любой модуль можно отдельно использовать. Можно в составе всей системы, можно два модуля, можно один, как угодно. У вас тоже система модульная, это на самом деле очень хорошо. По статистике, если можно такую информацию озвучить, заказчики очень любят, да, от каких-то модулей отказаться. Это такая тенденция есть. Вот какие берут совершенно безоговорочно, понимая, что задачи их того требуют, а от каких все-таки стараются отказаться, и бывает не всегда просто доказать, что это действительно нужно. Здесь есть такая информация. Но вы знаете, я вам скажу такую вещь, только вы не обижаетесь. Нет, это я шучу. На самом деле, я вам отвечу на этот вопрос, но мой ответ, он будет немножко, как сказать, субъективный. У нас, вот если берут один модуль, то чаще всего это модуль Device Control. Но это связано просто с историческими причинами. У нас был первый модуль, собственно, Z-Log, и, ну, и вот до сих пор считается, что у нас вот в плане контроля девайсов очень хорошая технология. Поэтому бывает даже, что, ну, либо сетевых каналов контроль, ну, то, что не нужен, наверное, так нельзя сказать, потому что он, конечно, нужен, но либо там какой-то другой вендор, либо это оставляют для там каких-то более лучших времен с точки зрения финансовых. Потому что, конечно, контроль трафика, он стоит дороже, это как бы тоже нелогично, но это тоже там исторические причины такие. Но в основном, конечно, у нас не такая гранулярность, как у некоторых вендоров, когда там можно отдельно купить контроль Telegram,
точнее мониторинг, да, отдельно купить мониторинг Skype, отдельно мониторинг флешек, отдельно мониторинг принтеров. Нет, у нас такого нет. Поэтому, в принципе, в основном у нас, конечно, проекты комплексные. То есть в меньшей степени популярен Discovery почему-то. Это странно. Хотя вот вообще, если мы посмотрим в исторической как бы перспективе, это американский рынок, вообще DLP это раньше был Discovery. То есть вот это прям синонимы были. То есть мне нужен DLP, мне нужно сканировать там сторож такой-то, сторож такой-то, сторож такой-то. Про контроль каналов там речь вообще не шла. Но вот почему-то у нас как бы своя дорога, да, вот у нас по-другому немножко. Да, вот я тут с Лешей абсолютно согласен, чтобы аудитории было понятно, да, Discovery — это когда мы смотрим за тем, как злоумышленник формируется, да, смотрим сетевые хранилища, шары, смотрим вот это все дело. Вот, ну, то есть такая весьма активная, проактивная позиция с точки зрения DLP. Галина? Я тоже хотела поддержать здесь Алексея. Мне на самом деле тоже очень интересно, почему сканирование файловых хранилищ, а это же очень важно с точки зрения безопасности задач, она действительно, я поддержу, она действительно пользуется меньшим спросом. И, наверное, здесь формат дискуссии не позволит сейчас обратиться к залу и спросить кого-нибудь, но вот когда мы уйдем на перерыв, и если кто-то из практиков понимает, у него есть ответ на вопрос, почему в России менее популярен этот модуль, этот канал, я с удовольствием послушала, потому что для меня это загадка. Вот, то есть по практическим задачам, которые мы видим и для которых он создавался, он очевидным образом нужен. Но вот по реальному использованию действительно он скорее отстающих. Но у меня есть соображение на эту тему, но это опять-таки, наверное, выходит за рамки сегодняшней дискуссии. Давайте на следующем DLP-форуме сделаем целую сессию. Вот реально я не слышал ни одного доклада за всю свою практику 20-летнего DLP. А чтобы кто-то отдельно как-то акцентировал внимание на этом модуле или на этой задаче. Потому что, еще раз, нет еще утечки, она только готовится. У меня на шаре лежит документ, я его скопировал на свою машину, и это уже нарушение информационной безопасности. Так часто вот бывает на предприятии. Потом я взял этот документ, скопировал на флешку и унес. Но перед этим я ее взял с той шары, с которой я не должен был ее брать. Вот давайте попиарим, может, что-то пойдет в этом направлении. Ну, я только согласиться могу. Мне кажется, уже договорились. Да, отлично.